Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. В этом маленьком видео я хочу показать, что у меня творится за кадром. Вот столько посуды. И это, когда я готовила просто две лепешки. Не знаю, как у других, но у меня всегда, даже когда я не снимаю видео, набирается столько посуды, стаканчиков, тарелочек и всего, ножей, раз, два, три ножа. Вот так, мои дорогие. Пишите комментарии, как у вас. До новых встреч!